Здравствуйте, меня зовут Мамонтова Полина, мне 18 лет, являюсь студенткой Тверского государственного университета географического факультета. Я являюсь творческой личностью, и поэтому большую часть своей жизни я посвятила танцам и рисованию. Также работаю моделью в модельном агентстве New Fashion Look. В свободное время я люблю посещать театры, выставки и филармонию. Мечтаю, чтобы в жизни царил позитив и гармония. Решила поучаствовать в Мисс Тверь для того, чтобы раскрыть себя, познакомиться с новыми замечательными людьми, открыть для себя новые горизонты, ну и, конечно же, побороться за звание Мисс Тверь 2022.